Здесь. Звезда. Есть. Учителя. Есть. Яблочный гол. Есть. Спортактив. Есть. Так, определяем порядок. Кто тянет жеребьев? Давай. Решим. Давай на камень, нужную бумагу. Кто участвует? Раз, два, три. Я первый, я вышел. Последний. Ты последний уже. Катя, можешь с того ракурса? Все камни. Раз, два, три. О! О, выбили. А можно я между ними еще? Зайди. Нет, они потом вдвоем за третье и четвертое. Ну ладно. Раз, два, три. Блин, подожди. Ты третий. Помешайте, пожалуйста, еще раз. Я второй. Так, теперь осталось сеточку. Мы сейчас накидаем. Невезуха, ребята. Хотел первый, стал последний. Пашка, давай, вытяни нас. Давай, что ж ты? Подожди. Я видел. Спорт актив. Мы еще не сумели. А, блин, мы же там размешали уже. Размешали. Первый. Пустышки типа еще. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. В чем прикол? Определяем просто. Конечно. Чтобы не было никаких потом вопросов. В смысле, вот. Все. Но... Ну вот, смотри. Тут кто-то может пройти в следующий круг сразу. А, ребят. А, это значит будет легко. Я ж последний выбираю. Вдруг останемся. Ну, кто первый тянет? Паша. Тяни. Только не смотри, просто тянешь. Руку засовываешь. Вот. Молодец. Итак, первый у нас кто? Открываем. У меня сила рука, поэтому это по-любому спортактив. Кортезы. Так, первый кортезы. Ты сам себя вытянул? Нет. Он вытянул эти. Кортезы теперь тянут. Да. Кортезы теперь тянут. Понял. Тут жеребьевка шла, кто первый вытянет. Кортезы будут играть с... Спортактив. Яблочный гол. Мне еще страшнее. Что, я следующий? Нет, яблочный гол. Яблочный гол тянет! А Паша уже тянул. Да. А, яблочный гол, тогда следующий? Нет, кто третий? Тёмыч, да? Ты смотри, ты спортактив вытянул, чувак. Стопудово. А прикинь, учителей. Ну, это еще не факт, что мы с тобой классно. Давай, учителя. Спортактив, проходим следующий тур. Ха, проходим, я же сказал ему, пройдем. Да так нечестно, ну что это? Да не, так... Ну, ребят, ну вот... Следующий, спортактив тяни. Ты сам вытянул. Это вообще нагло. Угу. Ой. Реально, почему так? Ну, ребят, это жребий. Вы ж тут все честно. Звезда. 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 Тянет звезда. Почему? Поскольку звезда тянула уже. Звезда. 6-3. Здесь и здесь один. Все. Вот ты давай сейчас не будешь так чистить. Так бы было честно. Так, звезда. Тянули уже? Реально, как так? Да. Спортактив вытянул. Так. Две, а вы сами тянули? 2-6. Я тяну. Приходит сразу. Пусть именно, так не честно. Арина пускай тянет. Даже так, Арина, тебе кто не тянул? Тяни. Арина не тянет. Сейчас так. Определяешь соперников звезды. А, ну, учителя. Учителя. Бомбини? Звезда вроде бомбина. А учителя проходят следующий тур, да? Да. Так это же, блин, давайте звезда с спортактивом, а бомбини. Смотрите. Первая игра у нас будет кортезы с яблочным голдом. Вторая игра будет звезда с бомбини. И спортактив? Нет. Победитель кортезы яблочный голд со спортактивом. Победители звезда бомбини с учителями. Победители данных игр будут играть в финале. Проигравшие будут играть за третье место. Это честно, смотри, например, вот вы проигрываете им, они играют с ними, и выходят, или из этих команд кто-нибудь выходит в финал, да. Нужно просто выиграть, Саша, и все. Выиграть первую команду. Вопросы есть? Нет. Все, и пожалуйста, в 3 часа.